никогда не забуду, как я первый раз вышел на эту сцену. Когда я смотрел с экрана, мне показалось, что этот проект очень теплый и душевный. Вся эта атмосфера и ведущие, и участники. И сейчас я понимаю, что я не ошибся. Вы проходите. Вот когда Игорь сказал о том, что я сначала не очень верил, а сейчас я в тебя поверил, вот этого никогда не забуду. Найнесподіваніше відкриття другого сезону Владислав Курасов. Ты чувствуешь себя очень нужным. Курасов! О-о! Влад Курасов! О-о! Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Все как сначала. Ты в лучшем настроении уже? Да. Значит, смотри, нереально светлая песня. Это гимн группе Beatles. Я понимаю, что это еще не все, что я приехал сюда дойти до конца. Ну, я не говорю о победе, просто дойти до конца. А сейчас в моей голове это не конец, это вот многоточие. Ему нельзя расклеиваться сейчас. Нельзя расклеиваться, нельзя ни на минуточку сомневаться в том, что он достоин, что он может. Это главное. Если я расклеюсь сейчас, то я расклеюсь и в жизни. Я понимаю, какой. Мне импонирует то, что он делает. То есть это мне близко. Я могу быть разным. И я хочу это доказать и показать. Увидел эту историю. У меня есть своя история. Это про Влада Курасова или нет? Про меня. Все. Все песни про тебя. Це повинно відбутися так от, як удар, як постріл. Наверное, это самая тяжелая песня, которую мне нужно было исполнять на X-Factor. Это песня человека, с которым случилось очень большое горе. То, из-за чего не хочется жить, не хочется, вообще не хочется, ничего не хочется. Но что-то свыше, кто-то свыше говорит тебе, что все так, как есть. Ничего не изменишь, и нужно жить. Владислав Курасов. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be.
there is still a light which shines on me. Shine until tomorrow. Let it be. Let it be.